Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск информационной программы «События» в студии Марьям Бахтеева. И вот о чем речь пойдет в ближайшие 40 минут. В регионе на 100% выполнено задание по частичной мобилизации. 65 человек вернули обратно домой. В последний раз такую находку делали 100 лет назад. В Арбекове обнаружили останки шерстистого носорога. Инновационные технологии и последние тенденции. В Пензе впервые прошел мебельный форум. При 6-й городской больнице открылся амбулаторный реабилитационный центр для тех, кто перенес инсульт, инфаркт и коронавирус. Как туда попасть? Погрузиться в тишину. В столице Сурского края заработала выставка единственного в России интерактивного музея. Впереди России всей. Пензячка взяла бронзу национального чемпионата по боксу. Самбисты стали лучшими на первенстве мира. Есть успехи и в акватлоне. В пятницу заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин и губернатор Олег Мельниченко посетили один из полигонов, расположенных на территории региона. Цель – проверить организацию боевого слаживания мобилизованных бойцов. Как ведутся стрельбы, как отрабатывается тактика взаимодействия между ребятами, навыки обращения с оружием. Наша съемочная группа сопровождала делегацию. Тяжело в учении, легко в бою. Знаменитым заветом Суворова руководствуются и при проведении тактических учений на одном из пензенских полигонов. Мобилизованных помещают в среду и обстоятельства, максимально приближенные к реальным. Затем, как идет подготовка, наблюдают губернатор Олег Мельниченко и заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин. Водители получают практику и навыки в вождении автопоезда, когда перемещают орудие с... на огневую позицию, там, со сборного пункта поврежденных машин. Тем временем план по частичной мобилизации в Пензенской области выполнен полностью, однако завершающей кампанию можно будет считать лишь после соответствующего указа президента. Об этом на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Сурков. Как и в большинстве других субъектов страны, ошибок избежать не удалось. Так, домой вернут более 60 человек, у многих из которых обнаружены проблемы со здоровьем. Остальные – многодетные отцы. Много ошибок, которые мы устранили в ходе призыва, это трое и более детей. На данный момент таких 15 человек. Информацию о том, что мобилизованных жителей региона практически без подготовки направляют в зону военных действий, Андрей Сурков назвал недостоверной. Пояснив, что каждый на протяжении 15 дней проходит боевое слаживание в пределах области. Затем еще столько же уходит на обучение солдат в составе конкретных подразделений. Так, несколько наших артиллеристов находятся на полигоне под Саратовом. Опытные инструкторы проводят для них курсы практических стрельб с использованием современных систем ведения огня. Прошли одиночное слаживание. На данный момент подразделением выезжаем на полигон для проведения практических стрельб. Имуществом обеспечено полностью на 100%. Готово к выполнению любых задач. Настрой боевой. Тем временем и сами бойцы, и их родственники не остаются без помощи как со стороны власти, так и неравнодушных земляков. О первых итогах реализации региональных мер поддержки семьям мобилизованных граждан глава областного Минтруда Алексей Качан доложил губернатору. Как отмечает министр, активно, а главное эффективно эта работа ведется и в сельской местности. Что касается, коротко, по мерам поддержки по системе образования, на сегодняшнее число количество получателей 2410 детей. Освобождение от родительской платы за посещение городских и муниципальных детских садиков получили 763 ребенка. Бесплатное двухразовое питание получает 1611 учащихся с 1 по 11 класс. В систему дополнительного образования большая часть осуществляет процесс обучения бесплатно с использованием сертификатов дополнительного образования. Весь комплекс мер, который мы предусмотрели для семей мобилизованных, он должен реализовываться, как вы правильно сказали, бесшовно. То есть люди должны, не люди должны за этим мерами бегать, а меры должны прийти к людям. Они не должны ходить там и эти меры, так сказать, себе выпрашивать. Один из видов региональных мер поддержки – ежемесячная денежная компенсация затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. К этой работе на уходящей неделе подключили волонтеров ОНФ.
Они посещают семьи мобилизованных пензенцев с образцами заявлений на возмещение половины областного стандарта стоимости ЖКУ. Я думаю, очень хорошо будет, тем более сейчас в зиму будет помощь и маме, которая осталась как бы одна у него, что, может быть, даже приедут почистить снег элементарно, потому что он всегда приезжал, всегда помогал. Оказать любую социально-бытовую помощь семьям мобилизованных граждан обещают специалисты центров, созданных для этих целей по распоряжению губернатора Олега Мельниченко. В Сердобском районе такое учреждение работает с 8 утра до 5 вечера по будням. У нас двое детей, которые учатся в школе, в первом и в третьем классе. То есть они теперь обеспечены дополнительным бесплатным питанием в школах. А в социальной защите мне позвонили также, пригласили оформить субсидии. Я особо, честно говоря, не знала, что именно нужно, потому что информации в интернете много, какая правильная, неизвестно. Но позвонили, пригласили, сказали, какие документы нужно принести. Все объяснят. Выполнять боевые задачи из Сердобского района отправились около 100 человек с членами их семей, которые могут рассчитывать на меры поддержки. Здесь ведется активная работа. У нас создан реестр их семей, где каждому члену семьи, скажем так, взят на особый контроль. Создана специальная мобильная группа, которая в настоящий момент, это с участием волонтеров, с участием представителей партии «Единой России». На территории Сердобского района они объезжают данные семьи и уточняют, нужна ли какая-то помощь, нужно ли какой-то, есть ли какой-то вопрос, нерешенный в настоящее время, который требует вмешательства. Работа кипит и в штабе общественной организации «Мы вместе». Здесь принимают звонки от нуждающихся в поддержке, в том числе и психологической. С начала частичной мобилизации сюда уже поступили сотни обращений от родственников призывников. Это может быть просто психологическая поддержка, это может быть истероидная реакция, это может быть агрессия, это может быть страх, тревога, это могут быть слезы, паника, панические атаки. Просто переживания за близких из-за того, что из-за нестабильной ситуации именно в стране. Очень многие люди просто не осведомлены с тем, как им реагировать. Они не понимают свои эмоции. Мы помогаем им понять себя и успокоиться. Консультации абсолютно бесплатные, и при необходимости беседу можно повторить. Помощь волонтеров окажут и по телефону общероссийской горячей линии 8 800 234 11. Под занавес недели прошла очередная сессия Пензенской городской думы. Главное внимание – чистоте. Народные избранники интересовались, будет ли построен в области мусороперерабатывающий завод. Региональный оператор обещал его соорудить еще несколько лет назад, но ВОЗ и ныне там. По итогу обсуждений выяснилось, что пока строительство мусороперерабатывающего предприятия в области не планируется. А вот мусоросортировочный центр должны начать возводить в следующем году. Светлана Демина продолжит тему. Очередное заседание в Пензенской городской думе начали с представления нового депутата. Место Павла Куликова, который избрался в региональное законодательное собрание, занял Владимир Быстряков. На сессии ему вручили удостоверение и значок. Также мэр Пензы Александр Басенко заявил о смене руководителя администрации Ленинского района. Им стала Наталья Шалдаева. Но от пышных поздравлений с назначениями решили отказаться. На повестке дня было больше 10 вопросов. Сразу же перешли к наболевшей теме – коммунальной. На этот раз в центре внимания оказалось обращение с бытовыми отходами. Скажите все-таки, куда же частный сектор наш должен складировать крупногабаритный мусор? Потом еще один вопрос мне очень важен, он проистекает из этого. Что входит все-таки в тариф по вывозу ТКО, ну то, что относится к крупногабаритному мусору, а что не входит? То есть вот кусты какие-то там, кустарники, порубочные остатки, они входят все-таки в тариф? Общий или это отдельная песня? Для ответа на вопрос заместителя генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева и представителю городского управления ЖКХ потребовалась помощь регионального оператора. Потребители делают заявку региональному оператору. Региональный оператор направляет отдельную машину и производится вывоз крупногабаритных отходов без взимания дополнительной платы. То есть КГО входит в тариф, который утвержден для регионального оператора. А касаемо порубочных остатков, да, данный вид отхода в тариф не входит.
Обратили депутаты внимание коммунальщиков и на состояние контейнерных площадок. Зачастую получается так, что после вывоза отходов часть мусора разлетается по дворам и порой так и остается там лежать. Во многом из-за того, что нет ясности в том, кто должен заниматься уборкой этой территории после забора ТБО. Региональный оператор, управляющая компания или же районные администрации. Выход предложил мэр города. Мы должны разделить эти две вещи между управляющими компаниями и УБО. Управляющая компания подметает и убирает вокруг, значит, места сбора твердых бытовых отходов, а УБО вывозит мусор и собирает рассыпавшийся мусор. А администрации районов за счет бюджета города выступать дворниками в этой ситуации не должны. Они должны выступать контролерами. Также Александр Басенко предложил привести все контейнерные площадки в городе к единому типу с малогабаритными закрывающимися баками. По его мнению, это нужно прописать в правилах благоустройства, тогда мусора на улицах станет меньше. В нашем регионе впервые прошел мебельный форум. Он объединил порядка 350 компаний со всей России. Не случайно местом проведения мероприятия стал именно наш регион. Здесь функционируют 200 предприятий соответствующей отрасли. Они не только производят конечный продукт, но и сырье с комплектующими. Единственное, что осталось, запустить изготовление фурнитуры. Последние новости мебельной отрасли и передовые технологии производства. В технопарке «Ромеев» говорят о том, как изготовителям предметов интерьера развиваться в условиях санкций. Это основная тема первого пензенского отраслевого форума, который заслуженно проходит в столице Сурского края. Наш регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе по производству корпусной мебели, и это не случайно, у нас порядка 200 предприятий региона работают в мебельной отрасли. К слову, ни одна производственная площадка с введением санкций не закрылась, во многом благодаря мерам поддержки, которые оказывают как на федеральном, так и на региональном уровне. Судя по данным налоговой, отрасли чувствуют себя хорошо, потому что рост поступлений налогов, рост количества занятых. И здесь мы уже, вот, наверное, на примере мебельной отрасли мы видим формирование реального кластера, когда предприятия друг друга взаимодополняют, предприятия различных отраслей являются поставщиками друг для друга продукции. То есть, вот, если на примере у нас есть производство фанеры, ДСП, поролона, все это вливается уже там, в производство матрасов, корпусной мебели. То есть, вот он, де-факто, появляются компании, уже крупные дилеры по поставке деревообрабатывающего оборудования. Единственное, что осталось у нас, это вот производство фурнитуры. В сложившихся условиях есть и возможности для развития отрасли, уверены приглашенные на форум эксперты. К примеру, все больше использовать дистанционные продажи. Для этого предприятиям важно развивать собственные сайты, запускать масштабную рекламу. Рассказывают на пленарных заседаниях и о новых перспективных каналах сбыта. Драйвером сейчас являются это маркетплейсы и соцсети. Вот эти каналы сейчас развиваются, им стоит уделять внимание, но и при этом развивать и свои дополнительные альтернативные, потому что складывать все яйца в одну корзину не стоит. У нас мебельный бизнес быстро умеет адаптироваться, и если будет, конечно, поддержка, без нее сейчас все равно нет возможности проходить какие-то сложные этапы со стороны правительства, администрации, то, конечно, мы со всеми этими вещами справимся. Пока одним рассказывают теорию, другие знакомятся с технологическими новинками и материалами для производства. В рамках форума оборудовали выставочный павильон. Станки здесь в большинстве своем из Китая. Их пока дешевле заказывать там, чем собирать самим. Вашему вниманию представлен обрабатывающий центр КДТ для изготовления мебельных фасадов, а также изготовления корпусной мебели, прямолинейных и криволинейных деталей. Данный станок оснащен современным программным обеспечением, которое облегчает работу технологов, имеет всевозможные параметрическое программирование. В общем, все просто и очень хороший результат на выходе. Это наш опорный поставщик, и на сегодняшний день компания «Лига» является номер один в планах поставки оборудования для производства мебели. Я вам скажу так, на сегодняшний день таких центров в России представлено более 300 единиц, из которых примерно в районе 30 находятся именно в Пензе, Пензенской области.
Также на выставке представили образцы продукции, в том числе и пензенских производителей. Как говорят сами участники, для них это дополнительная возможность познакомиться, ведь они могут быть полезны друг другу. Форум работал 3 дня. За это время представители мебельного бизнеса успели обменяться опытом и наметить перспективные совместные проекты. И традиционно, коротко о важном, автопарк коммунальной техники обновился еще на 30 машин. Готовность к зимнему сезону оценила на этой неделе руководство области. Всего же для содержания улично-дорожной сети областного центра будет задействовано 157 единиц. Это тракторы, самосвалы, мини-погрузчики, бульдозеры. Для обработки дорог Пензы заготовлено 2000 тонн соли галита, 16 тысяч тонн песка соляного вещества. Так что проблем с очисткой центра магистралей и придворовых территорий зимой быть не должно. При 6-й городской больнице открылся амбулаторный реабилитационный центр. Он стал 4-м в регионе. Сюда направляют пациентов после перенесенных инсультов, инфарктов, коронавирусной инфекции и травм суставов. Единовременно здесь могут проходить лечение 15 человек в одном месте, процедуры массажа, ЛФК, физиотерапевтические, а также логопедическая помощь. На оборудование в 153 единицы было потрачено более 80 миллионов рублей. Направление на медицинскую реабилитацию в поликлинике, вот в поликлинических условиях, в амбулаторных условиях выдает лечащий врач по месту жительства, либо идет заключение напрямую из стационара. А в Пензенском колледже пищевой промышленности и коммерции открылись новые мастерские для поваров и кондитеров. Оборудовали мастерские по последнему слову техники. Здесь даже есть дегидраторы, слайсеры и инструменты для карвинга, так называемого искусства художественной резки по овощам и фруктам. Обновление удалось реализовать благодаря программе «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта образования. На это выделили порядка 16 миллионов рублей. Всего же до конца этого года в области откроют 9 высокотехнологичных мастерских в 4 колледжах. В Пензе подвели итоги регионального этапа национального конкурса «Воспитатели России». Всего было подано 42 заявки, из них было отобрано 10 победителей в разных категориях. В номинации «Успешный воспитатель» наибольшее количество баллов набрала Галина Ухмакова, которая работает в 99-м детском саду «Карусель». Для меня успех в профессии – это постоянное самосовершенствование и мастерство, мудрость и философское отношение к жизни, ответственность и, конечно, любовь и подлинный интерес к детям. Все 10 конкурсанток, прошедших федеральный этап, поборются за более высокие награды. Шансы есть, как напоминают организаторы, в позапрошлом году все 3 призовых места заняли воспитатели из Заречного. В Пензе открылся музей в тишине. Это первая и пока единственная в России экспозиция, которая предлагает окунуться в мир глухих. Она уже побывала в Ярославле, Рязани, Владимире, Туле и Уфе. Посетители музея учатся общаться с жестами, понимать речь собеседника по движениям губ, а музыку – телом. Чтобы попытаться понять ощущения таких людей, нужно на время изолировать себя от всех звуков. На самом деле одеваешь наушники, и ты понимаешь, что ты должен сфокусироваться на чем-то другом, на своем зрении, на впечатлении, включить фантазию свою. Да, это бывает очень сложно. Посетить музей можно до 4 декабря. Он разместился на базе Дома молодежи на улице Кирова. Поистине историческое событие произошло на минувшей неделе. Ученые обнаружили шерстистого носорога в микрорайоне Арбекова. Он, а точнее она, предварительно эта самка, обитала здесь порядка 15-20 тысяч лет назад. Назвали девушку нежным именем Лукерья. Останки доисторического существа обнаружили случайно. Обычные строители, когда вырывали котлован для дома в Дальнем Арбекове. На находку пригласили посмотреть ученых из краеведческого музея. Сориентироваться пензенским специалистам помогли коллеги из Саратова. По фотографиям они опознали шерстистого носорога. Возраст предварительно, судя по залеганию, но это не меньше 14 тысяч лет. Вот, а скорее всего где-то около там, 20 тысяч лет возраст этого носорога. Позвоночник, ноги, челюсти, все мы можем наблюдать уже сейчас в этом раскопе. По размерам вымерший шерстистый носорог ни в чем не уступал современному, только обитал в куда более суровом климате. Мириться с холодами помогали густая шерсть и мощный загривок, в котором скапливался жир. Средняя масса одной особи, как предполагают ученые, составляла минимум 1,5 тонны. До этого в Пензенской области такая находка делалась 100 лет назад.
Сотрудники музея собирают даже вот такие небольшие обломки костей, но ценность именно этой находки заключается в том, что впервые в Пензенской области ученые обнаружили целый скелет носорога. Глубина залегания порядка 50 сантиметров, но в том, что это действительно шерстистый носорог, сомнений больше не возникает. Чтобы уточнить все детали, а главное определить возраст животного, собранные кости отправят на радиоуглеродные исследования. И только после этого скелет доисторического шерстистого носорога станет экспонатом краеведческого музея. Сам факт находки шерстистого носорога заставляет нас не только удивиться, но и задуматься, какой же была Сурская земля сотни, тысячи лет назад. Сегодня об этом мы поразмышляем, а может быть даже пофантазируем с директором Пензенского краеведческого музея Артемом Павлихиным. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Артем Владимирович, если говорить о находке, насколько эта находка уникальна для России в целом? Ну, вообще такие находки очень большая редкость. Редкость в том, что найдены не отдельные кости шерстистого носорога в Пензе, но практически полный скелет. В Пензе последние находки вот аналогичные были сделаны в 20-х годах 20 века, почти 100 лет назад. Получается, что такие находки бывают раз в 100 лет. Артем Владимирович, если говорить о глубине залегания, я так понимаю, совсем не глубоко, буквально под ногами, мы топтали ее. Да, практически все ходили над вот этой замечательной находкой и не подозревали, что она совсем рядом с нами. А глубина залегания оказалась от дневной поверхности порядка 40-50 сантиметров всего-навсего. Прямо под слоем чернозема начинался слой глины, и в самом верху этого слоя глины находились останки шерстистого носорога. Если говорить о таких видных находках, мы привыкли, что подобные новости к нам приходят из Якутии, например. Да. То же самое, как было с мамонтенком. И тем удивительно, какой была природа Пензенской области несколько тысяч лет назад. То есть у нас тоже было холодно, у нас тоже была такая вечная мерзлота? Да, совершенно верно. По данным ученых, где-то половина Пензенской области, вся ее северная часть, была покрыта ледником еще 14 тысяч лет назад. И вся южная часть представляла собой тундру и степь. Основные обитатели нашего края в этот период — это носороги, мамонты и северные олени. Как в Якутии, в летний период снег сходил, росла трава, а в зимний период все покрывалось снегом, и мамонты, носороги ходили и разрывали снежный покров и доставали снег из-под снега, траву, ягель, которым мы питались. Это не единственная находка, которая была сделана в этом году. Очень много у нас археологов, таких ярых археологов, которые пополняют коллекцию краеведческого музея. Расскажите, пожалуйста, о том, чем она пополнилась именно в 2022. В этом году у нас уже порядка 10 коллекций археологических раскопок были сданы с различных объектов раскопок в Пензенской области. В основном это раскопки так называемые охранные. Изучено несколько поселений 17, 18, 19 веков. Но в перспективе, наверное, самый интересный будет лично для меня объект. Это изучение комплекса археологических памятников, можно сказать, заново открытых в Земетчинском районе Пензенской области. Это Вышинские городища. Первое, второе, третье Вышинские городища. Мы там имеем очень большой такой городской средневековый комплекс эпохи от 10 до 14 века. Там очень крупные крепости сохранились. Размер одной из них порядка 26 гектар. Это очень большие размеры по средневековым меркам. Такой столичный город. Для сравнения, город Москва в 12-13 веках была 13 гектар, а это город 26 гектар площадью. Ну, в общем, вполне столичный. Интересно, центр. Что найдется в итоге. Да. Не за горами. 4 ноября. А это значит ночь музеев. Что подготовили вы? Ночь искусств,
«Ночь искусств» — это такая всероссийская акция, которая проводится во всех музеях в России, и мы не отстаем. Для детей сотрудники Пензенского краеведческого музея подготовили сказку. Ну, это сказка от 6 лет. Значит, также будет квест, в котором будет, ну, такой вот как бы поход по залам музея и выполнение заданий. И, конечно, театрализованная экскурсия. Приглашаем всех прийти в Пензенский краеведческий музей с 6 часов до 10 вечера. Будет интересно и детям, и взрослым. Вход бесплатный. Спасибо. Обязательно придем. Наши спортсмены не раз на этой неделе заставляли болельщиков испытать удивление. Однако, пожалуй, одни из самых ярких побед на счету у самбистов. Софья Салуянова и Илья Затылкин выиграли золотые медали первенства мира. Соревнования проходили в Армении. Удивительно, что Илья берет высшую награду на этих состязаниях уже в третий раз подряд, тем самым подтверждая неоспоримое превосходство над соперниками. Три первенства мира, три золота. Таковы итоги выступления на таком турнире Ильи Затылкина. Зареченский самбист в 2020 году сходу заявил о себе, и с тех пор он ни разу не возвращался домой без главной награды. Сам он рассказывает, что по сравнению с предыдущими соревнованиями волнение стало куда меньше. На турнире, который прошел в Армении, представитель Пензенской области провел 4 поединка. Два из них завершились болевыми приемами, еще пара были выиграны по баллам. Самым тяжелым, как и полагается, вышел финал. Был момент в финальном поединке, где я проводил болевой на руку, болевой прием. Вот, уже думал, что все, поединок сейчас закончится, противник сдастся. Но случилось так, что терпел, обладал силой воли, хороший казах. Вот, не сдался, поединок продолжился, и все началось заново, и доборолись до конца. В числе победителей турнира оказалась и еще одна представительница нашего региона – Софья Салуянова, воспитанница спортивной школы Бессоновского района. Для нее это первенство мира стало дебютным и сразу же принесло золото. Первая схватка у меня была с казашкой, а вторая схватка была с девочкой из Сербии. Все схватки были достойны, я считаю. Было сложно, наверное, первые секунды было страшно, а потом волнение улетучилось, и все было хорошо. Но не только о победах самбистов говорили на этой неделе. Внимание к себе привлекли и представители совсем молодого вида спорта. В дисциплине акватлон у нас уже появилась своя звездочка – Анастасия Новичкова. Раньше девушка занималась плаванием, но когда поняла, что прогресса в результатах нет, решила найти для себя новое увлечение. И ее выбор пал как раз на подводную борьбу в ластах. Успехи не заставили себя долго ждать. На всероссийских соревнованиях в Саранске, которые стали для пензячки первыми в карьере, она сразу же одержала победу и стала кандидатом в мастера спорта. Также область там представлял Иван Михайлов. Мы вообще не ожидали, мы ехали просто попробовать, посмотреть, что это такое, что да как. А получилось очень даже крутой итог. Вообще никто не ожидал. Ну, конечно, готовились к разным исходам события, но вот мы очень рады, что так получилось. Бой в акватлоне состоит из трех раундов по 30 секунд. Главная цель каждого – снять ленту, закрепленную на ноге соперника. Противостояние продолжается до двух побед, но может быть и ничья. В таком случае назначается дополнительный этап, где спортсмены должны подобрать ленту со дна бассейна и подняться на поверхность на скорость. Как показала практика, в основном идет борьба. Вот. Но из-за того, что задержка дыхания у наших спортсменов, так как они пловцы, гораздо лучше, чем у их соперников, мы смогли их на задержке дыхания просто на дне продержать раунд 30 секунд, и уже на всплытие срывали просто ленту. Вот. Тем самым сначала с нами не могли понять, что с нами делать. С победой на этой неделе вернулись домой и футболисты, а именно сборная Пензенского государственного университета. На отборочном этапе чемпионата России среди вузов в Ульяновске наша команда выиграла 3 матча и по их итогу вышла в финал. Это все-таки, так скажем, первый раз в 21 веке мы заслужили эту путевку.
Причем на отборочном этапе наши ребята попали в очень сложную компанию, или, выражаясь языком футболистов, в группу смерти. В первом же матче предстояло сразиться с опытной и техничной командой Казанского университета физкультуры и спорта. Тем не менее, пензенские студенты выиграли со счетом 2-1. Их соперники до конца игры не верили в такой исход матча. Они растерялись только после финального свистка. Они пытались до самого конца игры, ну, так скажем, отыграться. Играли до конца. Но в конце, конечно, их настигло разочарование. Во втором матче с футболистами из Нижегородского педагогического университета наша команда играла уже смелее и креативнее. Когда игра складывалась для нас не совсем удачным образом, мы такую замену провели. И на поле у нас появился Климцов Елисей. По прозвищу «Художник». У него же свое воображение. Вот. Он по-своему расценил эпизод, так как бы никто его, наверное, не расценил. Отдал тот пас, который никто не ждал. И благодаря этому мы забили гол. И благодаря этому мы выиграли игру. К финальному свистку на табло значился весьма крупный счет – 4-1. И, по всеобщему мнению, это стало следствием сплоченности и сыгранности команды. Перестроили игру. Игра была через центр, а второй тайм играли по флангам. Больше подач, больше напоры, шли в прессинг, агрессивнее, быстрее. Это дало нам результат. В итоге команда ПГУ вошла в число 16 сильнейших сборных страны. Два игрока получили индивидуальные награды турнира. Максим Гришаков стал лучшим бомбардиром, а Дмитрий Тарасов признан наиболее успешным нападающим. Финал турнира пройдет с 16 по 21 ноября в Ессентуках. Мы технически-то не были сильнее, но мы были более физически готовы и сильнее хотели выиграть это просто. И все. Желание и, как сказать, наверное, порядок бьет класс. Вот мы это доказали. Тем временем в Краснодаре равных не нашлось еще одной пензячке. Причем этот результат уникален для нашего региона. Мария Арисова впервые в истории области вошла в число призеров чемпионата России по боксу. У нее бронза в весовой категории до 75 килограммов. Кстати, Мария провела на турнире два боя. Один выиграла, а второй, соответственно, проиграла. И, по ее словам, бронза – это то, зачем она ездила на чемпионат. Мы встретились со спортсменкой, чтобы узнать о ее впечатлениях, ну и взять мастер-класс. Относительно женского бокса существуют определенные мифы. Во-первых, ну, что это вообще не женский вид спорта, а во-вторых, что если заниматься им, то обязательно будут травмы, особенно травмы головы. Ну и в-третьих, что будет мужеподобная фигура. Все эти мифы сегодня мы будем развенчивать с бронзовым призером чемпионата России по боксу Марией Арисовой. Привет! Здравствуйте! Мария, говорят, ну, не женское это дело бокс. Что ты скажешь? Я считаю, что вообще у спорта, у любого, и у бокса в том числе, нету гендера. А какой тогда женский вид спорта? А какой мужской? Вообще, кто это придумал? Я не понимаю. Мама, папа тебе задавали этот вопрос? Мама была в шоке, когда я только пошла заниматься. Она очень долго пыталась смириться с этим. А папа мне сказал тоже: Маш, подумай, это достаточно опасно, как бы. Я подумала, и вот. Ну, все нормально. То есть меня родители одобряют. Первый раз, когда ты пришла в секцию, сколько было тебе? 11 лет. То есть это уже осознанный выбор? Достаточно, да, осознанно. Тебе не привели за ручку? Нет, я сама туда пришла. Скажу честно, сегодня я решила воспользоваться своим положением и взять мастер-класс у профессионального спортсмена, поэтому сегодня тренируй, учи человека, который в боксе абсолютный ноль. Хорошо, давайте, да, вообще без проблем. С чего начнем? Разминки. Обязательно плечи, потому что тоже плечи непосредственно относятся к технике, к правильной технике ударов, поэтому плечи мы тоже разминаем. Ну вот, Мария, ты сказала, что бьют по голове. У тебя травм не было за все это время? Нет. Ну, максимум там синяки, может быть, царапины какие-то, может быть, разбитые губы. Ни сотрясения, ничего? Нет, никогда в жизни. Если брать тренировку, сколько времени должна занимать именно такая предварительная подготовка? Предварительная подготовка? Ну, вообще, разминка – это важная часть тренировки. Теперь делаем перекатывание с ноги на ногу. Вот на эту ногу садимся, руки перед собой и налево. Вот. Но минут 30-40 точно должна. Если не половину тренировки, то чуть меньше. Потому что это тоже основная работа, и во время разминки
очень много таких базовых упражнений, которые всегда нужны. Вот при любой подготовке боксера разминка – это очень важный момент. Мария, но ты же сама из Никольска. Да. То есть долгое время занималась там? Да, до 11 класса, до того момента, как я не поступила. То есть большую часть твоих умений и навыков тебе дал именно Никольский? Первый тренер, да, мой. Кто он? Абдулаев Фархот Ашматович. Как вы с ним вообще познакомились? Расскажи немного о своем тренере. Он на самом деле мне даже любовь к боксу-то привил. Он увидел во мне желание, во-первых, чего-то достичь большего. Понял, что я хочу и что я могу. Мы с ним стали не просто тренером и... учеником. Да, учеником. А вот мы с ним стали очень хорошими друзьями. Возможно, ты его какие-то слова вспоминаешь вот перед турниром. Возможно, он как-то тебя настраивал. Ну, на самом деле, когда он меня настраивал, он пытался надавить на мои страхи, наверное. Перед боями он всегда говорил: «Маш, если ты проиграешь, ты пойдешь играть в шахматы». А я не хотела идти играть в шахматы. Или он мне говорил: «Ты пойдешь в легкую атлетику». Я не хотела идти в легкую атлетику. Но вот мне приходилось выигрывать постоянно. На самом деле, я тоже такой прием использую. У меня сын хоккеист, и тоже говорю, что если будут плохие результаты, отдам на танцы. Брать девочек, которые думают, но сомневаются. Вот что ты им скажешь, чтобы они пришли и попробовали? Идите и пробуйте. Во-первых, бокс очень хорошо сжигает калории, потому что это постоянная активность, это вообще очень подвижный вид спорта, постоянно на ногах. Я похудела, когда пришла. Месяц за 3-4 килограмм на 8. У меня все наладилось здоровье. То есть спорт, он в принципе хорошо влияет на организм. Но бокс, так как очень динамичный вид спорта, я думаю, он еще лучше влияет на здоровье, на свое физическое состояние. Да, удары мы уже выучили, осталось выучить защиту. Поэтому мы сейчас будем делать уклоны и нырки. Так, вы уже, у вас ноги в стойке стоят, поэтому осталось руки к подбородку. Я буду делать палочкой вот так, а вы делаете уклоны в левую сторону и в правую сторону. Давайте. Раз, два. Раз, два. Ну все, супер. Нелегко. Маш, если возвращаться к соревнованиям, к чемпионату России, бронза – это то, зачем ты ехала? Это был даже не минимум, наверное, максимум, потому что все прекрасно понимали, и я прекрасно понимала, родители, тренеры, что это первый взрослый чемпионат. Тренеры знали, кто там. Я, может быть, знала, но еще не понимала до конца, что меня ждет. И вообще мне папа сказал: «Маш, никто не думал, что ты дойдешь до полуфинала, а ты в очередной раз там доказала, что если ты захочешь, ты сделаешь все, что ты задумала». Я выиграла в первом бою девочку, которую я проигрывала до этого. Поэтому настроиться на реванш, конечно, тоже надо было очень хорошо. И вот так получилось, что... Ну, я понимала, что если я выиграю первый бой, то я в полуфинале. То есть все, дорога в сборную. Финалистка, именитая спортсменка, которая уже не раз выигрывала. Не раз выигрывала, да. Было страшно с ней? Нет. Ну, я, конечно, понимала, что меня ждет. И родители, тренер сказал: «Маш, покажи все, что ты можешь. Твоя задача не выиграть ее, потому что, возможно, чудо не произойдет. Все прекрасно понимают, кто она и что она может. Покажи, что ты умеешь, и все». Ну, в начале интервью ты сказала, что то, к чему ты сейчас пришла, еще не предел. Надо идти к большему. К чему идем? Золото на чемпионате России. Это я, наверное, уже второй раз так говорю. Тренер, мой первый тренер, сказал: «Тебе по силам,
Будем тренироваться, будем готовиться. Я надеюсь, что в следующем году результат будет лучше. Ну, а мы будем болеть. Отлично, спасибо. Спасибо огромное и за интервью, и за такую продуктивную тренировку. Спасибо огромное. Вам спасибо. Такой эту неделю увидели я и мои коллеги. Спасибо, что были с нами. До встречи и любите спорт.